наехавший на людей в Токио, объяснил свой поступок. Задержанный за намеренный наезд на людей Кадзухиро Кусакабе заявил, что не будет оправдываться за содеянное. Полиция Токио начали расследование в связи с наездом автомобиля на толпу пешеходов, сообщает CNN. По подозрению в покушении на убийство задержан 21-летний Кадзухиро Кусакабе. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни и не собирается оправдываться за свои действия. Полицейские обнаружили в машине подозреваемого большое количество керосина. Следы горючей жидкости также были обнаружены на одежде Кусакабе. Подозреваемый сообщил полиции, что действовал в качестве возмездия за казнь членов секты Аум Синрике. Напомним, инцидент произошел в ночь на 1 января. В результате наезда пострадали 8 человек. Один из них, студент университета, находится в критическом состоянии. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.